Добрый день! Это обзор от интернет-магазина Aktek.ru, и сегодня нам хотелось бы рассказать про вот этот замечательный фонарик, который называется Flashlight Black 380 Lumen Zoom. Поехали! В комплект поставки данного фонаря входит вот такая красивая коробочка, сам фонарик, зарядное устройство, блок питания и вот такой аккумулятор на 5800 мА. Вы также можете не использовать данный аккумулятор, если он вас чем-то не устраивает, а воспользоваться специальным переходником, который позволяет осветить данный фонарь батарейками типа 3А в размере 3 штук. Переходник также входит в комплектацию. Данный аккумулятор идет в комплекте вместе с фонарем, однако батарейки не входят в данную комплектацию. Заряжается фонарь очень просто. Нужно отогнуть вот эту резиновую вкладку и засунуть туда блок питания. А индикатор в виде лампочки на самом блоке питания позволит вам точно понять, когда можно будет забирать фонарик к зарядке. Также фонарь оснащен вот таким удобным шнурком, что не позволит вам уронить ваш фонарик. Обладает тремя режимами освещения: 100% яркость, 30% яркость и режим стробоскопа. Фонари используются светодиод нового поколения, выдающий свет яркостью 180 люмен со сроком службы 100 000 часов. Чтобы изменить фокус, достаточно покрутить кольцо, а чтобы включить или выключить фонарь, или изменить его яркость, или же включить режим стробоскопа, нужно просто нажать на кнопку. Вес данного фонаря всего лишь 97 грамм, без батареек. Покупайте данный фонарь в нашем интернет-магазине aktek.ru.